Back for Good. Немецкие боги поп-музыки Томас Андерс, Дитер Боллен в планете Голливуд. После 11 лет абсистенции от сцены они вновь официально и живьем воссоединяются в берлинском концертном зале Макс Шмелингхалле. За последние 4 дня дуэт дал там целых 4 концерта. Это для них как тест, словно на фитнес-тренировке. За последние 4 дня я постоянно удивлялся, как это так. Куда-то все бегают, и музыканты, и вообще все. Как тут не случится чему-то особенному? И оно случается. Все началось с ремейка «Юмаха» от «Юма Соул». «Модерн Токинг» в рекордные сроки выдал поклонникам на гора более миллиона экземпляров альбомов. Но для успешного музыканта и продюсера Дитера Боллена нет никакой причины для того, чтобы потерять связь с реальностью. Самое важное в этом бизнесе – это просто не воображать о себе лишнего. «Ах ты, боже мой, какой я!» Это все ерунда. Люди, которые знают меня по моей жизни в Гамбурге, в курсе, что я как нормальный человек хожу на дискотеку, хожу за покупками и вообще ничего из себя не воображаю. Как и в 80-е годы, Modern Talking будут находиться на сцене в режиме нон-стоп. В мае они дадут в Германии один за другим 17 концертов. От Лембурга и Оберхаузена до Котсбурга и Аутсбурга. Потом они поедут за границу. Вновь объединившаяся парочка ставит в своих отношениях на гармонию. Не только в делах группы, но и в отношениях с женщинами, такими как Верона Фельбуш. Надеюсь, что в этот раз все эти истории с женщинами не затянутся на 11 лет. Надеюсь также, что с Вероной я как-нибудь помирюсь. Дело в том, что она за последние недели тоже получила массу предложений. И если у нее есть что терять, то проблем я тут не вижу. Нет никаких проблем у Дитера и Томаса, они чувствуют себя вдвоем мега круто. Мега круто, да. Я считаю, это классно, что нет никаких напрягов. Мы проводим очень много времени вместе, и это просто удивительно. Мы и сами раньше не знали, как прекрасно мы можем друг друга понимать. Они часами будут зажигать 10-тысячную армию поклонников такими хитами, как «Браза Луи», «Шерри Леди», «Джеронимо Скайделек». Томас Андерс прекрасно знает, что его ожидает сегодня вечером. Этот выход на сцену, у меня от него каждый вечер мороз по коже. А когда я появляюсь на сцене к первой песне, весь зал просто содрогается. Это невероятно прекрасное чувство. Сигарета по-быстрому, а потом для Modern Talking все начнется уже по-серьезному. Перед выступлением у них были съемки нового видео, а сегодня вечером будет концерт в Берлине. И даже у таких профи, как у Томаса и Дитера, появляется мандраж перед выходом на сцену. Перед самым первым концертом у меня всегда особое благоговение, потому что я не знал, получится ли все именно так, как я себе представлял. И мы еще порепетировали заранее несколько дней в зале. И все же, в день перед самым первым концертом мне, правда, было немного страшновато. Modern Talking дадут в Германии 26 концертов, и в них в качестве бэк-вокалистки будет участвовать подруга Дитера Надель. Первый концерт во время их турне, которым они осчастливят Германию и прочий мир. И поскольку с Томасом все идет как нельзя лучше, Дитер находится в примиренном настроении.